Своих героев нужно знать в лицо. С этим посылом в братском спорткомплексе «Чемпион» решили открыть аллею чемпионов. Это подарок на 65-летие центра. Среди гостей на торжественной церемонии были и прославленные спортсмены, которые начинали свой путь к победам именно здесь. Изначально я пришла в зал, в тренажерный, просто заняться своей немножко фигурой. Вот даже вот мыслей никаких не было, чтобы там спортом каким-то. Пришла к Алине Григорию Михайловичу, тренер такой есть у нас, он тренировал гиревиков. И, как говорится, он взялся за меня, я решила себя попробовать, думаю, почему бы нет. Комплекс до сих пор пользуется популярностью многих спортивных федераций Иркутской области. Здесь проходят и подготовки к соревнованиям разных уровней. Сегодня у нас на данной аллее 30 спортсменов, которые стали чемпионами Советского Союза, России, мира, Европы, Олимпийских, Паралимпийских игр. Мы постарались отметить лучших в каждом виде спорта. Вот, это все спортсмены, которые родились на братской земле, в братском районе, в городе Братске. И поэтому они, мы здесь, мы их чествуем, мы гордимся тем, что мы отдаем такую дань этим спортсменам за их труд, который они сделали, прославляя наш город Братск и Братский район. Александр Гаврилов, новости сейчас при содействии БСТ.